Закир Егембердиев, увлеченно занятый сольной карьерой, демонстрирует неуемную энергию в записи новых треков. Причем многолетний фронтмен группы «Домино» постоянно экспериментирует с различными музыкальными жанрами. Несколько часов назад Закир опубликовал на своей страничке отрывок из своего нового трека, который, если не придется по вкусу широким массам, то уж точно прокачает не один танцпол. Новый трек! Скоро! Отметим, что Закир признавался, что сольная карьера не скажется на судьбе его родного коллектива. И это не просто слова, Закир подтверждает все на деле. Так, на этих выходных Домино устроит небольшой концерт в одном из заведений Алматы.